Енот-полоскун. У меня тут енот-полоскун. По-моему, мы уже снимались в этом костюме. Память в декрете. Ну ладно, если что, ничего страшного. Подождите. В общем, один носок у нас снят, один носок здесь. Енот-полоскун сначала трёс вот эту пеленку, теперь носок. В общем, вид у нас будет такой, да? Когда ребенок трясет все, что... Ну ладно, енот-полоскун, что поделать. В общем, всем привет! Мы рады видеть вас снова на нашем канале. Рады в том числе и вновь прибывшим, и те, кто уже давно нас знает. Меня зовут Лара, это мой сыночка Кристиан. Мы не любим сидеть дома, вечно где-то шляемся. Я люблю это все снимать. Что же, для вновь прибывших прошу сразу подписаться, поставить лайк нашему каналу и наслаждаться просмотром. Короче, тут что творится вообще, что-то невероятное. Может быть, мы не будем трясти пеленочку? Да, носочек? Нет? А, ну все, хорошо. Носочек будешь брать? Носочек тоже будешь трепать? Треплет все. Так вот, мы тут ездили белочек смотреть. У нас есть такой приятный райончик, называется курорт Ангара. И там действительно курорт, он действительно называется Ангара. И там, кстати, я присмотрела себе несколько интересных мероприятий. Там из серии что-то с пиявками. Герудотерапия, по-моему, называется. Интересно было попробовать. Думаю, нужно. И вот я думаю, зимой как раз будет время свободного побольше. И можно будет немножечко походить на какие-то такие мероприятия. Там, я не знаю, поддержать здоровье или посмотреть, по крайней мере, что можно сделать. Ну, в общем, позаниматься собой. Поэтому я там посмотрела себе, присмотрела. В общем, белочек посмотрели, прогулялись. Я приятно повспоминала некоторые моменты, потому что я когда-то в этом районе снимала квартиру. Сначала мы снимали с девчонками, и потом мы все постепенно разъезжались, и вот остались много-много приятных воспоминаний и так далее, знакомств. Хочу разглядеть свои окошечки. Вот они, господи, а там что, ремонт до сих пор никто не сделал? Я когда-то снимала эту квартиру лет 15 назад на курорте Ангара. У этой девятиэтажки так прикольно. А вот здесь сейчас не знаю. Нет, все, ничего не поменялось. Вот ничего не поменялось. Там еда для кошек. Здесь тетенька-кошатница живет на первом этаже. Ну, жила, по крайней мере, в те года. И все время было очень много котят. Что мы тут видим? Мы видим курорт Ангара. Карта целая. Когда-то я здесь жила и ходила каждый день на речку Иркут. Сюда, на берег. Было классно. Оказывается, здесь поставили такой миленький киосочек. Сейчас я жду, когда мне приготовят кофе. И вот сюда. О, кстати. Пойдем. Уже у меня там мужчина мой психует, как не себе. Я уже втарила в коляску, непонятно что. Че ты орешь, псих-одиночка? Так, кто-то у меня там ноет уже, ну вот. Интересно, мы пойдем туда вниз. Я хоть, может быть, вспомню. Здесь столько красивых дорожек. Там можно прогуляться, на велосипеде покататься. Ну, в общем, здесь классно. Сейчас присядем куда-нибудь. Будем есть вкусняшки, которые я с собой набрала. И, возможно, кормить белочек. Я им тоже, вообще-то, взяла орешек. Позаботилась о них, между прочим. Но я знаю, что они здесь закормленные вот в летнее время. А зимой они прямо по головам, в прямом смысле слова, носятся. По несколько штук подряд. Так что сейчас посмотрим, летом будет у меня кто-то вообще тут. Орехи-то есть или нет. Красота! Везде такие красивенькие. Дорожки. Не могу вспомнить, где-то здесь был поворот на речку. Как здорово, я нашла этот поворотик, и мы сейчас прогуляемся. Ну-ка, 0,5 поставлю, да. Так, мы тут со всем добром своим идем. Если нас не сожрут комары, то мы прогуляемся, и там должна быть такая милая полянка. Боже, как здесь красиво, а?
сейчас посмотрим. Боже, как классно. Что это за птичка, скажи мне? Он, наверное, на орешки на наши прилетел. Классно. Ой, как интересно он поет. Ой-ой, где-то еще рядом. Пупсу моему жутко нравится. Давай будем кормить их, Кристиан. Давай кормить будем. Давай, скорее, скорее. Скорее, скорее, где у нас тут? Орешки. Давай, птичка, птичка. Давай, смотри, смотри. Где птички? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вон она идет к нам. Вон она. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Иди сюда. Вот она, вот она. Вау! Вау! Ничего себе! Классно! Боже, как классно! Классно, да? Классно? Здорово! Тише, 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 тише. У меня тут уже целая коллекция детей. Ну-ка, где-то он тут рядом летает. Тихо, не пугай. Вон он, вон он. Вон он. Все, он, наверное, боится, что их слишком много. Куда делся? А, вон он сидит. Где-то там летает. Вот он, вот он. Ну, короче, у меня тут детский сад пришел. Мы с моей щекой поехали дальше. Тут такой вид красивый на реку и на противоположный берег. А на противоположном берегу, ей-богу, я не знаю, что там за домики, или там дальше продолжение города, или там какое-то ТСЖ. В общем, на самом-то деле там кайфово. Вот сейчас дойдем. Ва, тут еще когда-то беседка стояла. Ну, она в таком плохом состоянии, но все-таки она стоит. О, ну так тут еще шикарно. Кто ее сюда притащил? Раньше здесь ее не было, конечно же. Ой, я обожаю это место. Господи, как это мило. Здесь даже неподалеку мы катались с горки. Ну что, дорогой, пойдем речку посмотрим. Ой-ой, как красиво. Здесь где-то был спуск, и мы туда спускались и купались. Ё-моё! Восхитительно, конечно. Ну-ка, я на 2 секунды подойду. Ставила на стоп коляску. Классно. Но здесь есть тропа старая, видимо. Где-то мы спускались. Крыша от беседки и мой пупс. Елочка ко мне пришла. Ты моя рыбочка. Иди сюда, орешку держи. Белочка. Иди сюда, иди сюда, иди. Смотри, Кристиан. Белочка пришла.
Белочка, смотри, вон она, Крися. Ну-ка, давай. Давай, вон что творит. Она гриб нашла. Нашла гриб и давай тут наяривать с этим грибом. Пошла зарывать. Сейчас за орехами придет. Так, так как мы сюда приехали не просто так. О, вон, тащится уже одна. Привет, 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 привет. Видишь, Белочка, давай я тебя отстегну. Видишь, видишь, орешки, орешки хочет, орешки. Давай, иди сюда. Иди, мать, тут орешки не может никак открыть. Хвостиком закрывается, боится. На, на, на. Иди сюда, дуёха. Иди, 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 иди. Вон птички. Птички тоже хотят кушать. Давай, скорее, скорее. Где птички? Иди сюда, птичка. Давай. О, оп. Еще птичка. Оп. Ничего себе. Да, ничего себе. Птички. А где она? А, дуреха, это тут лазит. Давай мы ее покормим. Дуреха, иди сюда. Чик-чик-чик-чик-чик. Ушла. Ушла зарывать наши орешки. Иди, иди сюда. Ушла зарывать, зарывает. Иди сюда, иди. Иди. Бежит, бежит, бежит. Иди сюда, иди. Иди орешки держи. Вот сейчас птицы твои орехи позаберут. Иди сюда. Иди, 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 иди. Иди сюда. Иди скорее, 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 скорее. Иди сюда. Скорее, скорее, скорее. Скорее, 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 скорее. Иди. Криска, смотри, смотри. Хвостиком закрывается. Иди сюда. Иди скорее, скорее, скорее. Иди сюда, иди, дуреха. Эй. Где она? Куда спряталась? Убежал. Вон там еще одна умненькая идет. Иди, птичков. Давай птички будем кормить. Птички, птички. О, я смотрю, уже тут целая толпа. О, 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 видал? Видал, что делает? Опа! Опа, птичка забрала. Смотри, смотри, Крися. Ой, вторая птичка. Развлекает это. У нас тут уже собачка. Давай, давай. Ну-ка, чик-чик-чик-чик. Давай. Всем любителям игры Silent Hill и всяких там заброшек. Вот здесь вот этот дом, я не знаю, он какой-то заброшенный. По крайней мере, те года, когда мы смотрели все это, здесь гуляли лет 10-15 назад, он был заброшен. Ай, меня комарики кусают. Сейчас попробую с другого ракурса подойти. Одним глазиком красивые девчонки-то делают фотосессию. Ну да, здесь вообще эффектно. Круто. Пока нас не покусали, мы чуть-чуть покажем. Вот так раз-раз-раз и туда. Короче, здесь такая заброшка шикарная, что можно сделать восхитительный фотосет. Вай, красиво. Не знаю. Ну ладно, глазиком еще чуть-чуть-чуть. Пока нас не выгнали, я покажу. Раз. Во-первых, там в этом же районе есть наш футбольный клуб. Иногда мы ходили, кстати, на матчи. Было классно, здорово, интересно. Если там слышишь, то уже сразу бежишь, потому что наш дом находился ровно напротив стадиона. Это было классно. И я так прошла тоже, вспоминала вот эти вот моменты, потому что там шла целая компания девчонок, они все футболисты, во всей этой экипировке. Так было здорово на них посмотреть. И там есть проход через парк Парижской коммуны. Мне там что понравилось, что его так хорошо облагородили, на удивление. Вообще, сколько за то время, пока меня не было в этом городе, произошло интересных... улучшений мне прямо сильно нравится. Вот эти парки, какие-то общественные пространства очень хорошо облагородили. Поэтому я думаю, мы еще как-нибудь, думаю, даже не раз прогуляемся туда, потому что ну реально очень красиво, мило получилось. Классно, то там красоту такую наделали. Хочется в таких парках находиться, пить кофе, гулять, фотографироваться. Здорово просто. Дала красную ручку, все, довольный. Сидит. Счастливый ребенок. Ну ладно, играй.